девчонки, у нас начинается новый влог. Курьер мне принес посылку. Я не знаю, что это. Я просто вскрыла, чтобы не шуршать. И давайте вместе посмотрим, что же это у нас такое интересное. Ого! Девчонки, посмотрите, что это. Это Divash Makeup Hits. Это их, наверное, коробочка, я так поняла. Что мы видим? Ого! Ну, забавно, я вам хочу сказать, чуть-чуть вот тут вот все повываливалось, так скажем. Это что у нас? Это у нас что, тональный крем, пудра, скульптурирующая, насколько я знаю, тени для бровей, туши, памп-этап, вот так называется, помада и матовая помада. И вот такая у нас интересная упаковочка. Ну, можно будет что-то соорудить, я так думаю, сегодня на своем лице. Сейчас я помою голову, и заодно мы с вами вместе протестируем. Я знаю, что ты на меня смотришь, косметику от Divash, такой вот упаковки. Кстати, вот эту коробку я выбрасывать не буду. Так, куколки мои, мы находимся опять в моей ванне. Я уже вам рассказывала про вот эти вот волосы на заколках. У меня они от торговой марки Irresistible Me. Многие у меня просто спрашивают, а это трессы на заколках и так далее и тому подобное. Девчонки, я против наращивания. Я наращивала на протяжении нескольких лет. Это было очень давно. Я была в возрасте где-то 17 лет, 17-18 лет. И после этого у меня были огромные последствия, связанные с густотой волос. Может быть, это была неправильная работа мастера, еще чего-то. Но я сейчас против наращивания. Мне нравится этот формат заколок. Вы нацепили, когда вам не нужно, вы сняли. Любые укладки, все такое. Так, что я вам хочу показать. В одном из своих предыдущих влогов я заикнулась о том, что мне пришла плойка многофункциональная 8 в 1, и там не было розетки специальной, русской розетки, я так думаю, она правильно называется русская, а была вот эта вот стандартная, вот эта европейская вилка. Ну, я так поняла, она вроде бы как бы так называется. Это у меня вот такой вот тоже от Irresistible Me Curler. Curler 8 в 1, Complete Curler. Вот так вот он выглядит. Вот столько у него насадок всяких разных. У меня тут, видите, фонарики светят. И мы открываем, и мы видим, вот, девчонки. Вот сколько у нас всего тут должно быть. Я бы хотела с вами сделать какую-нибудь укладку на именно вот этих волосах. Скажу сразу, что эти волосы плохо поддаются, к сожалению, плохо поддаются горячие обработки, то есть вот когда вы их уложили, они могут эту форму держать, но потом через некоторое время они превращаются вот снова в такие. Это очень печально на самом деле. А вот, смотрите, вот такая вилка, я ее купила за 50 рублей, чтобы кто-то мне говорил о том, что эти вилки очень дорогие. Ничего они не дорогие, нормальные вилки. Так, что у нас тут включилось? Да, она включилась, она сейчас в состоянии, не знаю, видно, нет, off. Что у нас тут есть? Включение и регулировка температур. Все. Так, в состоянии off, пока пусть она помигает чуть-чуть. Вот такой чехол у нас Irresistible Me. Мы его открываем. И мы видим вот такую конструкцию. Такая. Тут у нас по два отсека с плойками. Сейчас покажу, какие тут есть насадки. Первая, это очень интересная насадка. Вот такая. Дальше. Следующая насадка у нас обычная, вот такая. Она просто прямая. Сейчас вам перечислю, какие тут миллиметры есть у насадок. Дальше, следующий отдел мы открываем. Мы видим насадку более крупную, нежели предыдущая. О, блин, мне жарко так. Ладно. Так, следующая, это конусообразная насадка. Так. Открываем следующее отделение. Тут у нас такая насадка. Это моя самая любимая. Я люблю крупные волны. Не люблю такие прям, как барашек. Я такой не люблю. Дальше у нас такая тоненькая. Может, давайте на нее попробуем? Я никогда не делала на тонкую плойку именно кудри. Наверное, давайте ее попробуем. Посмотрим, по крайней мере, что у нас получится. Может быть, у нас волосы с вами хоть продержат этот локон. Дальше вот такая. Задом наперед конус. Интересно тоже. Так, что у нас тут еще есть? Такая конусообразная, потоньше. И
в этом отделении, в последнем. Очень удобно, что вот эти все отделы, они на липучке закрываются. И тут у нас идет с вами перчатка. Все, отдел пустой. Так, закрываем это все дело. И, как я и сказала ранее, будем использовать самую тоненькую насадку. Для того, чтобы ее использовать, обязательно выключайте плойку из сети. Затем мы вставляем ее в резьбу специальную. И вот тут специально открыто-закрыто мы просто переворачиваем на закрыто. Все. Все, она зафиксирована. Давайте ее попробуем. Я все-таки, знаете, крупные локоны я всегда делаю, блин, а мелкие нет. Так, подержу включение. Девчонки, 370 градусов. Да у меня волосы поплавятся от этого. Я ставлю на 170. Это, кстати, температура очень универсальная в том плане, что 170 градусов вам особо не повредят волосам в вашей структуре. И плюс, видите, она секунда. Это самый быстрый разогрев моей жизни. Девчонки, я не успела даже ничего сказать. Все, она горячая. Что, давайте начинать, что ли? Вот это да. А как ее? Вот так, наверное? А, вот так положу ее. Так, я одеваю перчатку так, как мне удобно. Вот так, на руку. Гляньте, даже вот так продумали. Молодечки. Так, мы закрываем. Делим волосы напополам. И тут еще раз напополам. Закрепляем. Отделяем прядку. Так, стоп. Что-то я неправильно перчатку надела. Берем прядку. Так, заводим ее. И наматываем на плойку. Не, ну 360 градусов. Я не знаю, кто-нибудь вообще... Работает с плойкой при 360 градусов. При 360 градусов. Я хочу тебя на 360. Так, что у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Снимаем. В руке оставляем. Чуть пусть остынет. И... Вот такой локон у нас получился. Прикольный, да? Так. Я вам напоминаю, чем тоньше локон, тем больше будет эффект бараша на ваших волосах. Кончик тоже обязательно. Видите, какой локон прикольный? Кончик тоже обязательно закручивайте, не оставляйте его прямо, иначе... Ну, мне не нравится, когда прямо. Мне кажется, из-за этого локон может смотреться неопрятно. Так... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опа, снимаем. Ждем. Где-то также 10 секунд. Блин, челка в глаза лезет. Так, где-то 10 секунд, как я сказала. Ван. И вот такой вот картина у нас получается. Так, дальше. Или как? Или по две прядки вам делать с разными насадками? Нет, давайте полностью всю голову, чтобы была картина. Лучше я в каждом влоге, ну или там через влог буду показывать разные насадки. И так хоть какая-то укладка будет вырисовываться. Но мне нравятся локоны. Вам как? Вы любите такие кучеряшечки? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это я в таком скоростном, так скажем, режиме. Опа, снимаем. За три. Видите? Не подержала, и получилась просто волна. Так, сейчас мы с вами дальше в забыстренном темпе накрутим всю голову.
Итак, девчонки, пол головы у нас с вами готово. Вот такие локоны получаются. Я не делаю их от корня, иначе мои волосы примут именно вот такую форму надолго, а эти будут иметь тенденцию к выпрямлению. Теперь что я делаю? Я беру просто вот так вот их чуть-чуть, пока они в таком теплом состоянии, жамкаю, а затем мы с вами их чуть-чуть разберем пальцами. Но мне кажется, смотрится довольно-таки неплохо. Если у вас свои длинные волосы, вот такие плойки, мне кажется, вообще такую красоту буду создавать. Так, сейчас я уже начинать буду делать вторую часть. На эту часть у меня ушло около 7 минут. Сейчас на эту то же самое, и получится в общей сложности 14 минут. Сказать, девчонки, вот такие у нас с вами эстественные локоны страсти. Перед тем, кстати, как кучерявить все это дело на плойку, я сбрызнула вот этим вот средством от Белита Professional Hair Repair. Это программа биомолекулярного восстановления. Так вот, что могу я сказать по поводу этого спрея? На самом деле, сначала я расстроилась из-за того, что он очень сильно утяжеляет мои волосы, и они у меня становятся буквально сразу же грязными. Но вот так вот я вам покажу. Но если его распылять на кончики, как мне написала одна из моих подписчиц, огромное спасибо за это. Я вас очень люблю, когда вы советуете мне что-то, и я прислушиваюсь. И когда этот совет мне еще идет в мазь, то это вообще самое-самое приятное. Я послушалась, и оказалось, та девочка была 100% права. Вот все кончики, они у меня даже на моих волосах, они все запаяны. По поводу плойки самой, что могу сказать. Плойка охрененная. Вот серьезно. Я не знаю, какие будут другие локоны на других насадках. Сегодня придет моя мама, я на ней, я так думаю, сооружу какую-нибудь прическу на ее средней длины волос. Что-то, я думаю, да, вырисовываться будет. Она выберет у меня не эту насадку, а другую. Эту насадку я вам показала, какие локоны получаются. Локоны классные, но нужно обязательно все-таки на 210 градусов это все делать. Во-первых, это быстрее. Во-вторых, это как бы дополнительно вам делает некий стайлинг на ваших волосах. Но обязательный факт, я, конечно, не знаю, существует ли термозащита, но мне кажется, лучшая термозащита это вот эта. Она создает действительно хорошую такую силиконовую пленку на ваших волосах. И вы вот кудрявите, вот хоть бы хны им. Сейчас они у меня чуть-чуть подостынут с этой стороны. Я их сбрызну лаком. Кстати, да, что я их не сбрызну? Лаком. Балда. Так, сбрызну лаком их. Чуть-чуть. Лак тоже должен подсохнуть. И все, расчесывать я их не буду, если вы их расчешете, то у вас получится просто легкие локоны. Мы с вами их, так, вот тут лак чуть-чуть подсох, мы с вами их просто вот таким образом расправим. И сделаем эффект таких пляжных волн. На самом деле у меня так от природы волосы вьются. Но я очень редко хожу со своими локонами, хотя летом я постоянно с ними ходила. Я их называю «Эстественные локоны страсти». Вот такой у меня был эксперимент. Обязательно пишите, как вам такие локоны. Нравится или нет? Носили бы вы такую прическу или нет? Ну, а на этом данный кусочек моего влога подошел к концу. Я обязательно буду в дальнейшем показывать вам еще локоны с другими насадками от Resistable Me 8 в 1 Curler. Если вы захотите такой Curler, сразу продумывайте тот факт, то, что
вилка не наша. И все те нюансы, которые я вам говорила ранее. Также для моих подписчиков существует 20% скидка, что на волосы накладные, что на вот такой вот прибор для укладки волос. Вся информация в описании. Большое спасибо за внимание. Ну что, я надеюсь, меня мое освещение не подведет. Увидите, у меня уже второй день локоны держатся. Второй или третий, уж точно не помню. А мы будем с вами сейчас краситься с помощью вот этой вот штуки, которая мне пришла. Мне на самом деле косметика Диваш вызывает двоякие какие-то эмоции, двоякие какие-то чувства. С одной стороны, мне некоторые продукты раньше, где-то лет 5-6 назад нравились. Вот, например, их знаменитая тушь 90-60-90, которая шла не памп и тап, а просто обычная классическая в розовой версии. У нее была просто громадная такая щеточка не силиконовая. Вот она мне очень нравилась. Это я не знаю. У меня была в прошлом году по скидке, я брала вот точно такую же тушь для ресниц, и она мне показалась неподходящей лично для моих ресниц. Вот этот вот кит для бровей я еще не пробовала, будем с вами тестировать. Контурирующий продукт также не пробовала, и тональную основу не пробовала. Пробовала их знаменитую вельветовую помаду, и на самом деле вывалилась уже. На самом деле мне она нравилась поначалу, но единственный ее нюанс, когда вы прокрашиваете хорошо внутреннюю часть губ и начинаете активно разговаривать, шевелить своим ртом, то она окрашивает зубы. Это у нее есть. То есть она не наглухо матовая, она такая вельветовая, приятная. И вот такая помада, она у них, насколько я знаю, в новинках. Я тоже ее еще не пробовала. Она в нюдовом 0,3 оттенке. Вот так она выглядит. Ну, интересный такой цвет, нейтральный. Я бы сказала, даже розовый нюд. Так, с чего мы начнем? Давайте начнем, наверное, с фиксирующего спрея. Это у меня от Wet n Wild. Чуть-чуть нанесу на лицо. Будет очень легкий макияж. Я не хочу сегодня носить стрелки, не знаю почему. Как бы полностью хотелось накраситься именно косметикой Диваш. Так, давайте начнем с тональной основы. Вообще посмотрим, что это такое. Тональный крем в тоне 0,2. Я не знаю, подойдет он мне или нет. Вообще мне тона 0,2 не очень идут. Зафольгирован. Плюс. Огромный плюс. Я люблю, когда тональные основы зафольгированы. И что мы видим? Скорее всего, мне придется краситься своим тональным кремом. И мы видим. И что мы видим? Девчонки, мне он не подойдет. К сожалению. Он имеет характерно бежево розовый подтон, лице будет смотреться на нем как желтушка. Поэтому нет, я этот тональный крем наносить на свое лицо не буду, к сожалению. Но найду какую-нибудь девчонку, у которой приблизительно такой тон. Вообще мне тона 0,2 не идут, как я и говорила ранее. Как-то так. Ладно. Что мы будем делать? Мы нанесем, значит, кушин от Wet n Wild. Вот, видите, окисляется. Вот. Вот эта зона, на которую я нанесла. Если у меня на руке она показалась темной, то на лице она будет в два раза темнее. У меня рука темнее, чем мое лицо за счет загара. Поэтому этот продукт у нас с вами из тест-драйва выпадает. Не смогу я по достоинству оценить его свойства. Но, может быть, подойдет или маме моей, или же кому-нибудь из подруг. Беру я кушин. И наношу на все лицо. Кстати, у меня многие спрашивали про кисти для макияжа. Я в предыдущем макияже красилась, ну, наносила тональную основу кисточкой от Faberlic. На самом деле мне она очень нравится. Кисть Kabuki. Я заказала себе еще несколько кисточек. Я вообще сделала заказ в Faberlic. Должно мне прийти очень много интересных штучек. Я подглядела, все по отзывам смотрела, как бы, чтобы не нарваться на ту штуку, которую еще никто не пробовал. Там и варежка для макияжа, для снятия макияжа есть, очень такая интересная мне показалась. И еще вдобавок, так, освещение что-то куда-то скачет, вот так. Нет. И еще вдобавок щетка для умывания. Типа Foreo, по-моему, называется. Так. Ну, много чего интересного, поэтому... Кстати, если вы что-то заказываете в Faberlic... А, Faberlic Дом, пару продуктов я взяла себе.
Декоративной, по-моему, я только тушь одну интересную захотела попробовать, несмотря на то, что я очень люблю Vivienne Sabot Cabaret в классической версии, но тут я не смогла пройти мимо. Меня заинтересовала щетка, она там такая двойная. Но кто занимается Faberlic'ом, те поймут, какой я туши говорю. Она двойная, с одной стороны у нее, ну как, вот чуть-чуть у нее идет не силиконовая щетка, а на конце силиконовая. Так, 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 дальше что мы будем делать? Мы нанесем консилер. Консилера тут, к сожалению, нет. Я буду использовать консилер от Vivienne Sabot и как раз-таки кисточку от Faberlic Kabuki. Так, что я делаю? Вообще, в принципе, этого кушена хватает на все лицо. Он работает как корректор, да. Действительно, он желтого цвета, но он так хорошо тон... Это у меня жалюзи. Так хорошо тон кожи выравнивает, что мне ничего и не надо. Так, чуть-чуть наношу консилера. Сюда, сюда. И чуть-чуть сюда. Вот в эту область я тоже обязательно наношу. Она является темноватая, очень темноватая для общего тона. Также можно вот так чуть-чуть. Так, так. И видите, уже чуть-чуть его осталось. В следующий раз возьму себе консилер от Art Visage. И вот такими вбивающими движениями я наношу и распределяю консилер. Ну, конечно, наглухо не замазывает вам ничего, не надо от нее. От любого такого продукта не надо ждать чудо, что он вам все замажет. Ну, хотя бы выровняет общий тон лица и сделает из вас человека, так скажем. Ну, это так вот нормально. Вроде выровнен, да? Чуть-чуть есть недостатки, но они не скроются, поверьте мне, хоть тонну тональника наносите. Так, ну для дневного варианта я не очень это все дело люблю. Буду использовать в качестве фиксатора на все лицо, метеорит, хотел сказать, пудру от Рилуи. Вот так вот, вот так нормально. Пудру от Рилуи, это микронизированный шиммер в оттенке 702. Просто прохожусь по лицу. Кстати, не на загорелый. Мне он не нравился. Сейчас прям вот нормально пошел. Так, область под глазами. Я ее припудриваю всегда и везде. Независимо от того, будет ли макияж глаз у меня или не будет. Я не люблю скатавшийся вот консилер. Так, у меня есть вот такая пудра у Divash. Illumination Power Duo, если я правильно произношу. Она у нас идет с зеркалом. Так, и с такой вот пуховкой. Пуховку сразу убираем, я ей не пользуюсь. И что мы видим? Вот такой вот продукт. Все хорошо запечатано. С одной стороны у нас идет пудра, с другой стороны у нас идет корректор. Корректор, я вам хочу сказать, довольно-таки нейтральный. Несмотря на то, что он в упаковке смотрится как даже с лиловым подтоном, но по факту он вот такой. Посмотрим, как он будет смотреться на лице. И пудра светлая. Мы набираем эту пудру на кисть. И прихлопывающими движениями фиксируем наш консилер. Ладно. Следующее, что мы будем делать, мы возьмем кисточку, которая у нас идет для корректора. Секунду. Вот такая кисть. И наносим корректор. Видите? Вот вам прям все наглядно, как он смотрится на лице. Мне кажется, я не знаю, вам видно или нет, что он какой-то с краснинкой, даже с легкой, на моем лице раскрывается. Интересно. Так, вторая щека. Да, и на упаковке, в упаковке есть эта краснинка легкая. Беру кисточку бочонок, чуть-чуть этого корректора на кисть, стряхиваю обязательно. И складку века наношу. Я всегда это делаю. Уже, да? Вид какой-то более завершенный. Теперь возьму на эту же самую кисть светлый оттенок и чуть-чуть продублирую во внутреннем уголке. Следующий шаг. Палетку эту мы пока откладываем. Она нам в
принципе, уже не нужна. Не хватает тут для полной картины румян, конечно же. Так, нам нужно оформить брови. Чуть-чуть оформить брови. Сейчас уберу весь тональный крем с руки. Brow Kit. У меня оттенок 02. Походу, у меня тут все в оттенке 02. Просто я не стала тональный крем тестировать, девчонки, честно. Я знаю, что он будет желтый. Я знаю, что он подчеркнет мне абсолютно все. А мне еще идти дальше на улицу. Вот такая у нас тут палетка. Будем использовать только вот этот вот цвет. Второй цвет, мне кажется, мне будет сильно темный. Этой же самой кисточкой. Кстати, кисть по виду, по внешнему, очень даже ничего. Набираем оттенок. И заполняем. Кисть довольно-таки достойная. Несмотря на то, что маленькая. Я не привыкла работать маленькими кисточками. Но как такой экспресс-вариант, когда нужно быстро оформить брови. Почему бы и нет? У меня вот эта бровь всегда хорошо ложится. А вот это у меня всегда проблема. Кстати, тут чуть-чуть нужно добавить. Сделать ее более прямой. Да, так нормально. Что могу сказать? Достойная палетка теней. В 5 сек вы с помощью кисточки в комплекте можете оформить свои брови. То есть эта кисточка, она не бесполезная. В 100% случаев я выбрасываю все кисточки в палетках теней, еще где-то, что там они абсолютно беспонтовые. Фиксирующий гель от Tarte Visage, мне нужно уже сходить за новым. На другой даже смотреть не хочу. Этот меня полностью устраивает. Заканчивается, конечно, быстровато у меня, но тем не менее я пользуюсь каждый день. И это мой 100%, нет, 200-300% фаворит. Вот знаете, что в этой коробочке не хватает? Не хватает румян и не хватает хайлайтера. У основания вверх зачесываю, тут причесываю. Ну, в принципе, нормальные брови. Дальше. Положу пока тональный крем обратно. Так. Давайте перейдем к туши для ресниц. Тушь. Сейчас мы ее откроем, скроем точнее. У нас тут присутствует слюда. В общем, прозрачная упаковка. Так. Вот так она выглядит. Pump It Up. Это их вот эта вторая тушь. Есть просто красная тушь. Сейчас вам покажу. 90-60-90. Сейчас. Вот. Про которую я вам говорила. Вот она просто красная, 90-60-90. А это, видите, у них да вообще два разных тюбика. Это она такая глянцевая, красивая, судорога богато. Так, что мы видим? Открываем тушь. И видим вот такую щетку силикона. Вы знаете, как я отношусь к силиконовым щеткам. Я воспринимаю щетки только в Vivien Sabo Cabaret. Силиконовые обычные. Ну, давайте попробуем, пожалуй. О плюсах. Что могу сказать о плюсах? Маленькая щетка. Само рабочее полотно. Так, коробку пока уберу. Само рабочее полотно, оно маленькое. Действительно, это удобно. Но мне не нравится, какой оно эффект делает. Вроде бы ничего, но сейчас попробую я сообразить. Мне неудобно. Ну, вот тушь в 3 слоя. Эффект на лицо. Я бы не сказала, что это самая лучшая тушь. У нее на самом деле очень странное нанесение. На этом глазу она, несмотря на то, что она новая, я ее только открыла, она мне мало продукта выдала в 1-й слой. Тут она мне наоборот чересчур много выдала, и получилось, что этот глаз более ярко от корня прокрашен, а этот нет. Я пыталась наслаивать, но нет. Из плюсов тушь хорошо застывает, она изначально идет не жидкая. Из минусов могу вам сказать одно, что те, кто не любит силиконовые щеточки, это не для вас. А еще из плюсов удобная вот эта рабочая поверхность. И плюс еще из минусов это то, что будет 100% вам чуть-чуть покалывать глаз, то есть она немножко как колется. Но буду ее дальше тестировать, но как бы пока что вот я бы ей поставила 4 с минусом. Вот так. Дальше румяна, что-то нужно нанести на свои щеки, чтобы смотрелось более-менее свежо, что ли, потому что я не могу без румян вообще ходить. Возьму я кисть от Stellary, это у меня кисть под номером 241, вот эти румяна, самый первый оттенок, и просто чуть-чуть слегка пройдусь ими по
по щекам. Палетки Make Up Revolution, хайлайтер, вот этот посередке. И чё? И чё? И такую вот кисточку веерную. Дин-дин-дин. Дин-дин-дин. Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Так. Чуть-чуть вот сюда. Под бровь. Обязательно. Так. И другой частью кисточки во внутренний уголок. Я всегда это делаю. Внутренний уголок. И на центр века. Чуть-чуть. Вот. Так, мне кажется, прям симпатично. Дальше берем снова эту коробочку. Открываем ее. И, знаете, магнит. А знаете, вот эту помаду я хочу использовать сегодня в макияже. Жалюзи. Они оторвутся от ветра 100%. Жалюзи или жалюзи, как правильно? Ветер. Я не могу открыть их, потому что сейчас будет солнце просто мне в лицо. Тон 02. Матовая помада вот такая. Сейчас посмотрим, как она будет смотреться на губах. Слушайте, ну она приятно пахнет. Цвет такой ягодный, красивый. Но, видите, она жидкая. Чуть-чуть затекает в уголки. И знаете, что я думаю нужно сделать? Нужно ее промокнуть салфеткой. 100%. Во-первых, мне не нравится то, что она не дает плотного слоя. Сразу же. Кто не знает, это я просто растушевываю контур. И остатками, что у нас осталось тут на руках, когда мы растушевывали. Чуть-чуть. Даже вот так можно. Добавим на самые яблочки щек. Вот так. И можно еще вот так чуть-чуть складку. Чуть-чуть. Ну вот для эффекта зацелованных губ мне понравилось, как она наносится. Для этого эффекта, да, сейчас еще чуть-чуть во внутреннюю часть губ добавим точнее. Но как самостоятельно, нет, мне не понравилось. Она жидкая, и она дает время, что пока она застынет, но это очень долго. Она наглухо не матовая, полупрозрачная, то есть... Сразу с первого раза вы не добьетесь идеально плотного нанесения, но она достаточно неплоха как тинт для губ. Что ж, мы с вами уже накрасились, протестировали всю косметику вот из этого Make Up Hits. И что я могу пока что сказать? Потому что я все буду дальше еще пробовать. Может быть, я что-то распробую, может быть, нет. А что мне понравилось? Мне понравилось всего два продукта из этой коробочки. Вот прям 100% понравилось, я буду пользоваться. Это продуктом для бровей. Брови действительно делают довольно-таки натуральные. И плюс еще в комплекте есть щетка, которой можно и пользоваться. И как travel вариант отлично. А вот эта вот двойка мне понравилась тем, что она создает довольно-таки натуральную тень. И пудра там действительно светлая, а не желтая. По поводу вот этих вот трех продуктов. Вот этот продукт я не смогла оценить, к сожалению, из-за того, что мне не подходит тон. И, кстати, по свотчу я поняла, что это чересчур сияющий тональный крем. Что ж, кому-то дам, может быть, кто-то за меня протестирует и скажет мне свое мнение. Так, тушь неплохая, но, блин, есть у нее свои недочеты, я вам их говорила ранее. По поводу помады только вам что все рассказала. Ну что ж, мы с вами почти собрались. Сейчас я вам покажу, в чем я пойду свой аутфит, и я отправлюсь по своим делам. Надеюсь, вам понравится. Так, что же у меня тут интересного? Во-первых, моя майка, та шина, которую мы с вами решили отрезать, точнее, я решила отрезать. Сумка эта, господи, на талии, которая сумка. На самом деле, очень удобная вещь, я на море только с ней гоняла. Куртка, которую я ухватила на распродаже, у нее белый капюшон, и сама она катоновая. И штанишки вот такие. Это вообще лосины спортивные. На ногах у меня будут мои... Ботинки, хотел сказать.
Мои ботики. Ботики очень удобные. Ну, вот как-то так. Это, знаете, образ для того, чтобы гонять по делам. Действительно так. Хотела я с вот этим вот рюкзаком пойти, но нет, не хочу. Там у меня ключи лежат. Сейчас надо все взять и уже идти. Кстати, штанишки твое. Шин. Это подарили. И куртку я урвала по распродаже на обычном рынке. Вот и все. Такая вот.